Первые минуты рейда госавтоинспекции, и уже есть нарушитель. Водитель не пропустил пешехода, видимо, очень спешил. Теперь ему грозит штраф, и придется задержаться для заполнения необходимых бумаг. Он выбежал, как дело, шел, выбежал и остановился. Я лежу, он в стороне уже взялся. Откуда он взялся? Что же я не пропустил бы его, что ли? Водитель сказал, что обычно пешеходов стараются пропускать, но сегодня, получается, день не тот. А за то, что пешехода не пропустил, ему выпишут штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Для пешеходов суммы поменьше, всего 500 рублей за переход в неположенном месте. Можно отделаться предупреждением. За 10 месяцев текущего года на территории областного центра зарегистрировано 213 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в результате которых 16 человек погибло и 215 получили травмы различной степени тяжести. Примерно половина случаев произошла на пешеходных переходах. Сотрудники госавтоинспекции проводят рейд под названием «Пешеход» на регулярной основе. Особенно важно это осенью, когда темнеет рано, а светлеет поздно. В это же время большинство людей уходит или приходит с работы или учебы. В госавтоинспекции напомнили основные правила. Согласно правилам дорожного движения, водитель, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть. В то же время пешеходы являются полноправными участниками дорожного движения и прежде чем пересекать проезжую часть, обязаны убедиться в безопасности своего перехода. Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы на одежде. С особым вниманием стоит отнестись к этому юным участникам дорожного движения и их родителям. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».